Всем привет! С вами Седой Копатель. В руках у меня рубль 1899 года, который мы на днях разыграем среди подписчиков. Монета чищена и блестит, но мне такая чистота не нравится. Да и вам, наверное, тоже. Кстати, напишите это в комментарии под видео. Вот и подвернулся случай вам рассказать еще об одном способе патинирования. Многие старят монеты серной мазью, йодом, серной печенью и многими другими средствами. Но у меня монета одна, и хочется быстро и эффективно состарить монету к более реальному времени. Если интересно, то погнали! Это яйцо. Это самый простой способ. Не нужно вообще никаких реагентов. Кроме того, процесс не быстрый и всегда есть возможность остановить на нужной степени патины. Нам нужна легкая патина, и на это у нас уйдет 1 час. Если монета чистая, ее все равно нужно почистить нашатырем или лимонной кислотой, чтобы поверхность была совсем чистой и патина ложилась ровно. Варим вкрутую куриное яйцо. Когда яйцо остынет до температуры чуть выше комнатной, его надо почистить и положить в банку с крышкой. Далее подвесим наш рубль на нитку. Я сделал просто. Капнул суперклей на гурт и приклеил тем самым нитку. Кстати, монету перед погружением нужно обезжирить. Я использую обычный ацетон, так как он высушивает и обезжиривает. Горячее яйцо лучше не использовать, так как в закрытой банке образуются пары, и на монете может образоваться конденсат, который приведет к неравномерности патины. Ну вот и весь процесс. Результат меня порадовал. Монета получила весьма специфическую патину, так называемая радужная. Она очень прочная и переливается разными цветами в зависимости от угла обзора. После нанесения патины натерите выступающие части монеты, чтобы более четко просматривался рельеф. Для этой монеты такая операция придает более выигрышный внешний вид, а для сильно затертых позволяет поднять рельеф и иногда различить детали, незаметные до этого. Вот и вся наука. Дерзайте, и все у вас получится. А с вами был Седой Копатель. Всем пока и до новых встреч. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация – продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо.